Она была девушкой моей мечты. В тот момент я поняла, это любовь. Мы встретились 3 года назад. Их собственная лига, да? А ты Гард? Точка! Твой любимый напиток? Грейпфрутовый сок с водкой и 3 вишенками. Хочешь свалить отсюда? Хочу. Идеальное первое свидание. Это так прикольно! Но я промедлил и получил обнимашки. Как хорошо найти такого друга, не представляешь. 3 года спустя. За Итана и Эвери. За любовь! Я влюблен в Эвери. Вот бы взять и вернуться в прошлое. Я бы стал для нее идеальным парнем. Фильм от Netflix. Не подскажете, который год? 2014. Нифига себе! Я реально попал в прошлое! Меня ждет новое знакомство. Твой любимый напиток? Мой? Грейпфрутовый сок с водкой и ровно 3 вишенками. И мой тоже. Да ладно? Это псих, о котором я тебе говорила. Ты не догадался? Ты знал, что мой папа военный? Ты маньяк. Маньяки ходят в плащах и без трусов. А у меня точно есть трусы. Вот. По яйцам его! По писюну! Заново пережить прошлое. Фотокабинка «Машина времени». Это будет лучшая ночь в твоей жизни. Что ж, я переживу. Точь в точь. Просто делай, как я. Готов? Привет, подруга. Привет, подруга. Джокера изображаешь? А что, разве плохо? Не сработает. Включай козла. Козла, значит, не злобного козла, а доброго. Не забудь свои кожаные штаны. Твою ж мать. Перебор с козлизмом. Как ты себе представлял? Я не могу это контролировать. Принимаю решение и просыпаюсь через 3 года в новой жизни. Я не понимаю, какой в этом смысл. В жизни вообще нет смысла. Зато она дает тебе возможности. Вопрос в том, сможешь ли ты разглядеть эту возможность в нужный момент. От режиссера «Простушки» Адам Дивайн, Александра Дадарио, Шерли Кеннинг, Эндрю Бэтчелор и Робби Амел. Привет! О, господи, это маньяк! У меня бомба! У него бомба! У меня бомба! Простите, что мы с бомбой испортили вам праздник. Всего хорошего. Когда мы познакомились, режиссер Эри Сандел. 9 февраля.